В воскресенье по дорогам бежали настоящие ручьи, а народ тянулся на городскую площадь, чтобы проводить зиму. Воскресный день начался хмуро и был ветреным, но это не смущало ни артистов, ни тех, кто наблюдал за происходящим на сцене. На площади стелился манящий запах дымка. Вскоре запахло жареным, шашлык готов. Развлечений масса. Все, кто хотел себя занять, смогли это сделать. Здесь угощали блинами, горячим чаем, баранками, лошади, пони, самовары. Все привлекало и говорило, что проводы зимы, вот они, уже наступили. Катайся, угощайся, веселись, зиме конец. Вскоре на импровизированную сцену, установленную у центрального входа, вышли силачи, легко поднимающие пудовую гирю. Самый-самый силач поднял пудовую гирю больше 60 раз. Немного отстали другие. И, как оказалось, тренированные молодые люди у нас есть. Затем за призами поднялись те, кто ровно за 5 минут смог покорить гладко обтесанный и добросовестно отшкуренный столб. Таких было 3. Ровно столько, сколько призов на столбе. Первому достался мешок муки, второму – сертификат в автомагазин. Третий получил в подарок петуха. 2 раза лазил на столб, в прошлом году и в этом. В прошлом году выиграл мультиварку, а в этом петуха живого. На следующий год тоже поедем. Ну, наверное, да. Интересно. 120 участников конкурса принесли 150 своих вязаных изделий. Носки, носочки, варежки, пинетки, шапочки, гольфы. И все это красоты неописуемой. Так откликнулись на участие наши детские сады и школы, взрослые дети. Все это пригодится к следующей зиме в малоимущих семьях, в детском доме и доме престарелых. В итоге зима не устояла. Точнее, не устояла ее чучело. Снабженная соломой и сухими дровишками, чучело заполыхало и сгорело. А вместе с ним ушла, согласитесь, немного надоевшая зима. Совсем скоро от нее останутся лишь воспоминания.